Приветствую, друзья, с вами Паркер. Давненько что-то не было у нас обзорчиков на заднеприводных. И сегодняшний обзорчик у нас как раз на самого настоящего заднеприводного пидораса. Вот у нас он божит на пабликах, тут всякие видяшки себе запиливает. Отвечает он у нас на пидораса, правда пишет, что у него скоро свадьба. Но ради того, чтобы я поверил, что он играет без софта, он решил ответить на заднеприводного пидораса. Ну окей, окей, свадьба свадьбой. А моментики мы все-таки посмотрим, да? Смотрим первый моментик. Здесь просто все четко. Просто дефолт такой, да, у типули. Смотрите, ровненько выцеливаем голову, блядь, по модельке, которую вообще не видно. Абсолютно не видно. Сейчас мы на еще на одном повторе без выхода, да, посмотрим. Здесь, смотрите, вообще даже края модельки не видно, да? Но он стреляет, пытается попасть ровно в голову. Замечательно. После вот этого момента, я думаю, что уже все понятно. Ну ладно, смотрим дальше. Вот такой нормальный такой моментик. Вот, первый, он у нас без ВХ этот момент, смотрим, да, оп, что-то мы дернулись, посмотрели, здесь мы, оп, мышку отвернули и ушли за стеночку. И что же здесь у нас произошло? Давайте посмотрим, теперь у нас с ВХ. Видит моделька, блядь, Зиги выходит, оп, повернулись такой, сразу, ага, увидим, он ушел за стеночку, пытаемся его законтролить, да, прострелить. Не получается, дальше мы выцеливаем, смотрите, такой, оп, включаем зум, видим, граната летит, пытается отвернуться от нее и уйти за стену, он думал, что это флешка, блядь. Ну, мы с вами в предыдущем эпизоде видели, да, как, что ни модельку, ни флешку не было видно. Здесь мы демонстрируем просто супер реакцию, блядь, на пиксели ловим, это забей. Сейчас еще раз посмотрим, мы на повторчике без ВХ, как он у нас выцеливает модельку и ловит ее на неебический пиксель. Ну окей, да, мощный пацан. Теперь продолжение этого же раунда. Здесь у нас первого нормально. И здесь у нас такой, оп, ой, моделька, да. То есть, смотрите, до этого у нас просто в зиг забегал, если посмотреть демку. А тут вот у нас такой чекает, смотрите, такой стрейф, делаем стрейф. Оп, появилась моделька, и он опять уходит назад и делает еще один стрейф, чтобы взять его на ноузум. Вот, если смотреть до этого, как он поступал, у нас просто забегал на зиг, потому что там ни разу никого не было. Вот, ну и последний, финальный момент, который, я так думаю, что окончательно забьет чопик в его очко в виде здоровенного дилда, который я рекомендую купить его будущей супруге и отстрапонить его по полной программе, потому что он у нас заднеприводный пидорас, дорогие друзья. Да, настоящий заднеприводный пидорас. Как это не прискорбно, мне жаль твою будущую жену. Вот, ну а с вами был Паркер. Удачи вам, любви и терпения. До скорых встреч.